В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета в рамках Международного лингвистического саммита стартовал фестиваль для учителей и преподавателей русского, татарского и иностранных языков. В саммите приняли участие руководители системы образования, ведущие ученые-методисты, учителя-новаторы и различные учительские ассоциации и объединения. Изучение русского языка именно в данной геополитической обстановке является фактически задачей национальной безопасности. То есть это и одновременно сплочение людей, и, безусловно, это установление контактов новых, дружественных, и, безусловно, восстановление утраченных связей. Лингвометодический фестиваль учителей продлится 3 дня, и каждый из этих дней распределен по предметам: русский язык, литература, иностранный язык, родной татарский язык. Спикерами мероприятия являются действующие специалисты в сфере образования. Прием, который я использую на уроке, он помогает детям понять, о чем мы говорим, да, заинтересовать, и, соответственно, они предмет уже лучше знают. На мероприятии выступали представители 22 регионов Российской Федерации, а также специалисты из зарубежных стран – Республики Казахстан, Киргизии и Узбекистана. Спикеры поделились личным опытом по инновационным методам изучения языков. Полина Корниченко, Александр Кузнецов, Универньюз.